Дабл киллер, ты на вражеском корабле, а эпигастры на нашем. Войс ДД. Чё, крепость ливнул? Я здесь. Чё, ты из рейда вышел? У вас же фул там. Я нужен, что ли, прям? Чё-чё? Если у тебя желание есть, ты можешь на замене посидеть и ЕП так же полутать, как и участники рейда. Желание бешеное имею. Бешеное. Есть там, блядь. Желание бешеное, если кто-то... А да, так, РД так можно, вы да? находитесь либо в рейде, либо на замене. Я просто либо вне новенький. Рейда по предупреждению РЛа. Я просто новенький, правил не знаю. Короче, сиди в рейде. Правила описаны в Дискорде. Смотри, ты пока сейчас находишься на замене, у тебя есть возможность открыть закладку Дискорда с правилами, всю ее изучить досконально. Да, не да давай, 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 никаких. Давай. Красавчик. Потом тест пройдешь, приду проверю. Можно еще раз пойти? Посижу на замене. У нас так шеф-повар говорил, блядь. Заходит такой на кухню. Заготовки сделали? Славян. Я такой говорю, ну да, сделали. Тот такой говорит, красавчик. Прям как Вага сказала. Вага у нас главный повар, да. Такую лапшу вешает вообще качественно. Не, ну ты слышал, слышал, как он говорит? Этот челик говорит, давай так сделаем, давай так сделаем. Вага такой красавчик. Вага у нас максимально утвердительный. Че мы стоим, кого ждем? Вы там корабли запускаете, что ли? Че флудите-то? А кто РЛ туда запускает? РЛ-ка на Долорусе. Долорус? Че за хуйня? Мы решили 3 часа идти целка. Да там Делорус лаг. Cool story заслушался. Я просто люблю, у тебя история охуительнее другой там, шеф-повара. Особенно в Беломане. Так, ребята, флудить закончили, пуляйте боссу, блядь, быренько. Ну, мам. Есть еще 5 секунд пофлудить. Аж. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Ардету делать нечего! Охота, сержанты, бой! Не слушайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Thank you.
Отойду на минуту. Бля, надеюсь, мы с ней в АК не идем. На дань бессмертия обязательно пойдем. Вага обещал больше, чем один ЕП. После второго босса. Два. Не, он сказал, теперь нормально, да. Скорее всего, три. Это больше не ведем. О боссах Флуда вообще, чтобы не было. Ну, мам. Это же не босс, это ж хуета. На трэше можете обфлудиться, на боссах нет. Можно Велима спехнуть на одного босса? С Уруфанги будет два хила. Два ДЦ, надеюсь. Лапу пристаба в каску дайте. Кого-то бомсу монить там, бар, чей это был, нет? Тот. Пристаба в каску лапу. Женоэн, ты тут? Неликс, блядь. МК да сейчас где-то жужик подойдет, а потом он будет еще кричать, что его не бафнули. Какой с ним? Ему не нужен дух. Портал! Пожалуйста. Че там, Байер все, выходит? Байер выходит, другой Байер заходит. Я уже почти босса запустил, я же спросил, будем кого-то сумонить? Ну, блядь, я микрофон отрубил, чтобы не пиздеть, эту вагу бесит. Сумоньте натрий хлор, бунеем сейчас съебется. Все, вышел. Натрий хлора присумонили, да? Все, охуенно, заебись. Если выпадут печеньки на друида, все пихайте в нее. Прям сразу напрямую. А после этого обратно бунеема будем сумонить. Господи боже. Ну, блядь, перетрубаться, что делать? Кроме печенек, выру, пихать больше ничего нельзя. Герои, будьте начеку. Не поместится. Смотря какие печеньки. Любые, какие есть. Друидика все в нее можно пихать. Ты какой-нибудь раз хочешь? Этот. Короче. У кого короче? Тут все дома и отращивают. Для вас всех новость. У кого твины более-менее одеты, и кто их хочет одеть до 270-го и ТМЛа хотя бы, и частично шмот с ЛК ХМ, ЗС, ЛК обычки,
Напишите, мне скажете. Ты же говорил уже. На игровую почту или куда написать? Ну, там вообще в Дискорд можете писать, вообще без разницы. Окей. У меня лоб 266. Лёха, конёшь свой адрес домашний. Уточни, пожалуйста, конкретизируй, а то меня ты послал, а почему остальным решил разрешить? Я сказал всем, и конкретно никого не выделял. Я выберу, грубо говоря, тех, которые будут в преимуществе, то есть где какие классы лучше и тому подобное. И дам возможность посещать эти рейды, если нормальные цены. Дам возможность посещать рейды твинами. Если нормальные твины, чарки, камни, всякую. Так о чем надо мне писать-то? Интимное письмо. 7 предложений. Налик далеко. Это касается тех, кто хочет твинами немного походить и смотря какие классы. Я понял, я тоже думал, когда занять вам паладин. Ават праведная. О, ребят, пул не флудите, пожалуйста. Уника, давай. Тебе еще и триксы дают? Я не палюсь на замене. Променяли на Байера. Вот это я понимаю. Угу. Мисси, что ты понимаешь? Что ты на седьмом месте? Как подобает. В Награнде... Локи топ. Пиздец, блядь, ну ты даешь, конечно. Присты на седьмом месте. Даже коты обгоняют. Опять, пожалуйста, портал отсюда нахуй. И меняем местами. Ирочку выкидываем, Нему берем обратно. Вышли на шестом. На четвертом месте. Что за беспредел? Да там и Лемы вон крутит. Утешай как можешь все. Чё, куда там писать-то по поводу твинов? Пианист, я тебе на почту целую там рассказ написал. Сходи, читай. Какую почту вы пишете? Адрес какой? Если РТ. На персонаж написал. После РТ почитаю. Ваника голубем отсылал. У меня просто один вопрос по этой теме. Те, кто, кого ты одобряешь, они идут в ДВ рейд или речь идет о вечерних рейдах? О, касается ОКСС и ЦЛК Гер. Смотрите, получается то, что приоритет твина будет ниже, чем all спек мейна. Да хоть ниже, чем третий спек. Я согласен. Но это вечерний, да, Лёх? Нет, твин это типа если распылять или твин, вот такой должен быть выбор. Поэтому я срочно доначу поставки на Варлока и лутаю 5 на Варлока, потому что распылять или Варлок. Видишь, если речь о вечерних идет, там Сибис. А чё Боню не присумонили? Поставьте шкафарет. Там
объясню, почему я это делаю. Чтобы выходные дни не могли соединить, да? Нифига, надо это. Тихимся со временем. Вы могли заклинание, грубо говоря, что помочь доверии. Короче, Сантею пора это дополнительно поменять за какой дома. И Делорус. Два лока, которые могут. ДПС. Да понерфить их надо. Не ИПМ давать. Это наоборот, это беспредел там за 11 тиков 640. Ну это вообще беспредел. Причем даже нихуя не делаешь, просто поддерживаешь заклинание. Ткните на портальчик, вам что, впадло? Про локи я молчу, там спам одной кнопки идет. Я всегда говорил, что локи имба всегда были и будут. Не-не, раньше локи в затылок дышали, а сейчас они впереди всех бегут. Пока и пегастры ребутают роутер, в танках блэккиллеры водят. Может мне зайти размяться? Да ну, попозже. Иди зарядку сделай. Может до лича дойдем, тогда и зайдем. Рикакант. Уливан, ты в Дискорде? Да. Кто тебе там нужен был, тухлый или гнилой? Там на профа пойдете, скажите мне, там поезд нужен. Зайду. Еще раз, тухлопус или гниломорт я был нужен? Гниломорт. Гнилопус или тухломорт? Гоболь, я могу сразу, что вы? Тухлый гниль. А, гниломорт и коник поменяются с Уливаном. Стоит на 9 боссов только. Так. Не знаю. Будет 10, сделаем голосование. Хотят люди дальше или нет, и там посмотрим. Вообще будет неплохо, если мы Лича убьем. А Джайна чего убьем, если плохо будет? Очень плохо. Я на гнилом выхожу, не на тухлом, да? Да. Это самый блэккиллер, я первый потанчу. Ну чё там?
Кого-то надо сумонить, нет? Меня вместо эпигастры сумонить. Как всегда, проебанный стайк. Это по-любому Неликс попросил его спекнуть. Зайтен ходит ДКшкой подамажит. Слишком далеко. Так фризит-то. Потому что раньше не держит карточки. Думаешь, из-за этого фризит? Конечно. Тогда ладно. Тема летит. Господи, какое говно! Любимчиком, как это не Ламорт? Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Маги, дайте портал. Сумонти и Пегастрия. И Буливана. Вот, напиши Делорус. За поясок мне начисли.
по моей спеку беру. 583. Помогите шкаф поставить. Гнилого танчит Black Killer, фигастрый вводит слизь, вводит, дамажит. Павел, дайте каску по себе. Кому-то платок подарить, ребят? Мне, я аллергик. Понятно. Я Байер, АФК, по-моему. Чекни, ну, Бонни Немо, тут нет. Он пишет, ему ничего не надо, зачем он в рейде? Ну так тогда какое дело? Что тут на одного босса еще потом сумой? Сумойте меня, давай. Влетаю. Ты что, типа ретрик? Давай, давай в ретрике, посмотрим. Ван Холики бы что? Зашел, Лех показал. Кто там что танчит? Блэк Киллер, босс и пегастри, слизни. Блэк Киллер, ДД, спеклись. Like. Вы чё, один анхолик, какой ДД, вы чё, не надо. Бафы дайте. Нахрен нам нужен этот Блад ДК, вы чё? Не-не-не-не-не. Меликс не одет, вот и всё. Оденусь, пожалуйста. Да, я про... Чё, тихо. Перекиньте... Все... Мне бы бафчик какой. Все, вижу. 3, 2, 1. Поехали. Босс там будет стоять, да? Можно на место поставить? Да можно. Сейчас отфризит. Еще не прогрузился полностью. Давай, Неликс, дамаж. Скоро протопалом тебя, да. Настюха, не стой на рендже от босса, зайди. Что там забыла вообще? Меня слышно вообще? Да. Микро, потому что шмыгаю. Так нельзя же после ренджи под босса забегать, иначе заблюю всю семью. Я лучше там побегаю. Эй, масса, поднимай же надо. Стояла бы ты под боссом, прохилила бы жену, и она дала бы абсорб. Все хилы стоят под боссом. Ну, проебалась чуть-чуть, ну, извините.
Все, зум и диспел. Накило. Сова, беги. Сова ничему не учится, блядь. Не убивается. Ты ж, дело же не во мне, дело в жене, не получается. Алик слабый. Объектик, поехали дальше. Один монород что дамажит с коник. Сантек, Арбон, Делорус. Фарада где-то отдыхает внизу река. В смысле Фарада нормально на дамажил? Накрутил. Ага, на слизь. Один с Антетом и Народом и Деларусом дамажит на всех боссов. А нахуя его комнату включили? Чтоб веселее было. Алину, шкаф, сумон, быстрее. Кто там опаздывает? Кирс, Антей, Анкил, Делорус, Каваты, Пегас, Репулева, Женуэн. Желательно там всем стоять. Шкаф, ты не стер. Все, Полина, смоним. Бля, кто-то пароль тебе этот плащ, он пропадет, что ли? Во. Все, Войд, спекайся в танк, погнали. С тобой на пару. Давай, врывайся туда, Войд. Ткните, кто у шкафа стоит? Ткните, ткните. Разобрал. Ферни это, херню. Пиратство, ферни, блядь, пищу. Нормально. Даем астан, сдавайте АОЕшкой все это строить. Диспелла, где? Настюха, что стака? У меня в изгнании стоял. Все, я с Войдом плюс Нейликс, все остальные тут внизу. Так, на мне контроль был. Контроль Нейликс Лича. Блять, Лича, нет, хуйти. Разобрали, блять, всю сферу, мобы еще не подошли, да. Так, верните мне Лича. Ну, давай там стан в АОЕш, да? Сливаем все в АОЕшке. И тактика, и эту херню. На пол дайте. Лич, где? Чё не фире? Фиряйте Лича. Лича эко сдохла, потому что Лич вышел с контроля. Элбрил, ты тут? Этот, поднимается? Да, тут. Рейд пойдешь? Вага там шторм. Да? 800. В рейд. В ЦЛК ХМ пойдешь? Если нужен, приду. Давай, Смон. Значит, Полинова Лема, Элбрил заходит в рейд. А что, мне нужно Бонием опустить? Ну, кто-нибудь засудит ему. Там Кирс просто отошел детей уложить спать, поэтому... Я в холике, да? Да. Чёрт, сегодня трэш пьём.
тактика, блядь, никто не делает. Быстрее. Много бьем очень. Командира. Жная напрохил. Танчики дайте. Тактика сливать. Танк по нему. Сумманить кого нет. Так, короче. Этот Пегастри твой. Талдарам. Мой Валанар. Кто у нас еще был? Блэк так, Бонни-Эма, пожалуйста, пустите. И сейчас опять обратно вернем Иру на трихлор, которая. Мне оба нужны. Кому босс не нужен? Два человека. Так, вижу, не нужен Фарадея, но не прокатит этот дальше. Казум первый писал еще до того, когда я первый раз говорила. Казум писал, да? Ну, окей, угу. Казум этот. На Ханта. Не, Ханта. На Ханта это Слобика на Ханта поменяю. А вторая Эрдружка. Эрдружка на трихлор, сейчас я инвайт кину. Сейчас она этот, okay. В уборный. Раз. У нас пятая пати хилы, да, насколько я понимаю? Да. Конечно. Окей, okay. Этот. Ой, так, что у нас? Ну, аспект всех кота. Сейчас она подойдет, я сама. Напоминаю, она от компа рейндж. Отошла со мной на WhatsApp. Рейндж держим. Разведем троих подальше, чтобы милики панули. Милики. Ваше место там, где этот. Где балкон на вихре. Народ знает, где его место. Видишь, сразу пишет. И пинок такой подзор. Глупые смертные. Много кто решил, что их место там. Да-да-да. Нахера запустили? Ну, все хорошо, оба байера на месте. Все здесь? Да, оба байера тут. Даю проверку. Так, 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 так. Друид не подтверждает. Сумон приняла, но она здесь стоит. Ну все, все здесь. Короче. 3, 2, 1, поехали. Настя, что за угол? Ты пусть сферы принимает. Ответи подальше этому пегастре эту херню. Вихрь. Дал массакру.
Идем дальше. Бара просеть. Теряется еще свара. РДД все по кинетике. Миликов до хера сами убьют. Кинетику. Еру бы. Еру, да, надо Еру уже. Там РДД тоже части можете под этому отдать свои бурсты. По здраму. Пелисета никто не трогает. Кроме Неликс. Неликс тоже не трогает. В смысле, почему? А кто не АОЕш? Кто не АОЕш, то аккуратно может. Кто он сверху вижу, блять, летает. Разлей под себя лужу. Дай просто лужу, дай мор, блять, и дот развесь. Они не подохнут. Моя чаша полна. Да не умру, я тысячу раз так сделал. Ты что за пиздец? К Волонару побежали, милики. Вожу, кинетика вся на сцене. Знаете, активнее бьем. Вихрь, сводили. Не бегайте, медики, зеленку ДКшка, мосс прохил. Смотрите стаки аккуратно. Давайте экзекутор бейте. Вихрь, вихрь, вихрь. Кинетика падает, блядь. Короче, РДД, тем по соточке. Стоит, блядь, прям босс кинетики. Вторая кинетика, да? Тадарама два. В чем проблема с кинетикой? Прям над боссом, блядь, кинетик. Поднимаем быстрее, потому что уже пуляю. Три, два. Отхватывайте. Забирайте меня, я в оглушении. Мост становится. Там отец твой байер берет. Ему следующий босс тоже нужен, что ли? Настюха. Микрофон отключай, потому что кашляю. Ему нужна Синдра, следующий не нужен. Сейчас я ему напишу, чтобы пошел нахуй отсюда. Вот так вот к Байеру своим относит. Ты что, я ему сказала устно нахуй, а письменно написала: лапочка, выйди, пожалуйста, уси-пуси, сюси-плюси. Цитата. Ну а какая она двухличная? Двухличная, соответственно. Давайте, давайте этот, блядь, где там? Меня. Именно дал.
дайте вот станчик там, чтобы не касаться. Ты убивает, спать. Не коврите. Народ, дай вам. Конника нету вредить, косты не сбиваются. Что за херня? Когда конника будет на холипале, тоже он будет? На холипале можно сбивать косты. Обязательно, раз в минуту. Но если ты этот, если ты синдарейт, ладно, даже раз. Но, к сожалению, я синдарейт. Печальная история. Беда, эльф. Протопалом я даже три раза умудряюсь. Правда, ты заметил, Агане, этот, типа, на щит Мстителя, время, вот, блять, пока этот щит ебучий кидается, типа, дохуя времени уходит. Особенно, где косты занимают, там, полторы секунды. Лёха, я в данный момент играю в игру, которая называется «Переложи сопрот». А я говорила, не надо с меня снимать звание. Я могла бы сама поперекладывать. Рейд начал забирать эти сопроты. Сейчас хоть кто-то один сопрот заберет оттуда. И получит 100 гп. Ну, ты показка нужна и вообще. Вот до синдры дойдете, возьмете сопрот. Чё пишут? Готов прорейдить, готов скоординировать за определенную сумму. И эту определенную сумму написала в рейд. Смотри. Могу сделать так, чтобы они убили. Зеленую. И читай, что он пишет. Догоняет. В смысле? Скорость апа. Та же скорость. Два тела возьмите обратно. У нас 23 человека. Два тела обратно верните. Двадцать три, нам надо тело. Кто наши тело? Ну, Слобика возвращаем, наверное. И Казума, а Мосю хилить. Мосю хилить. Окей, Слобик, заходи. Казу. Не, не Казу. Казум, сиди с лакой. Коник. Кто косты не сбивает, блядь? Так, короче, я набросил. Пилястри меня этот сейвит. Зеркало. Даю проверку. Дух стая, пожалуйста. Оф. Делорусу тыкните. Там был киллер, не знаю, чего делать. Напоминаю, что по первой цели, которая, блядь, служи будет. Перед фером. Неликс дает антифир. Вне зависимости, где эта цель находится, слева или справа. А зачем антифир? Я на себя дам и продисплею цель. Не успеешь. В смысле, не успею. Кто на пусть сейчас будет? Секунду потеряешь, вот, человек может сдохнуть. Да. Смотрим скилл Нейлица, короче, тогда. Конька готов? Кто на пусть? Лакиллер, ты в ДД-ту. Краску просят. Просят каску. Коник. Я на Б. 3, 2, 1, поехали. Лейда врубили. Ну чё? Это было неразумное решение. Я станк долг. Шанай на пол. Давайте, короче, убейте до второго пира. Будет все идеально. Не проебите такого курса. Надо говорить, убьете, я вас не обижу. Один ЕП начислить, как вага. Что ты, блядь, под боссом делал вообще?
Так. Ну где мне? Долго бьем. Вина! На Эдекс ухоз 3 секунды. Сай, так, Алина разбоит. Торм разорит. Ты анкила укусил, блядь. Нашел кого укусить? Ты че, это сейчас обидно было. Типа, на анкил не то. Не первая строчка. Анкил, покажи им всем. Ща. Да лору. Эй, я, блядь. Нам кило кусает. Маги вообще не ДПСер. Парада, покажи им всем. Не, без закус, нормально. Ой, это просиливый. Вот, давай. Смотрим. Что там господи, смотреть? Ага. Я разберсерка была своя. Начинаем представление. А, ну все. Либо другой бы сдох. Я еще шивы нажал и полужу подвигал. Че он делает? Жми. Нет, мосса с тебя БР, ДК. Бегаю за Неликсом, чтобы он не укусил. Неликс, кто когда укусил? Яру. Масло подними ДК. Кучеры там 19 лямов. Вот, должно улетать хп. Мгновенно. 10 лямов. Косы. 5. Левай. Лям. Кто меня куснул? Все нормально. Это за шею укусили. Все, погнали дальше. У нас еще по плану сегодня Валька, Синдра, Лич. Сегодня? Уже РТ кончилось. Страшно. Мои люди на карантине. В смысле, я пьяненько на карантине, мне его кана не на карантине. Кто на некарантине может идти спать? Чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна? Жужина, дай мне, если никому Нелик, не надо. Ты же пара. Со стройками связан, да? Триню. Ладно, я пошутил, у нас еще Валька и все. Можно мне эту на Триню с МП5 забрать без ГП? Она все равно вообще никому не нужна, даже на офспек. Пластик будет, как я понял. Ну, парни, асфальт, нужны кому этот пояс? Многоуважаемые коллеги. Я же тебе говорю, ты же знаешь правила, спрашиваю. Ну, пылить тогда, окей. Твоя триня вон и ВК. Да я понимаю, мне посмотреть на это было интересно вообще, наверное. Кусок совсем или кусок частично? Триню никто не берет, только на ПВП брать. Да она ни на мейн, ни на офф вообще никому не нужна, это кусок вонючей блевотины. Ну, потому что это бесполезная триня. Давайте дамажим активнее, быстрее продамажится, быстрее захилим вайку, быстрее разыль. Кирс, она World PvP работает, я для этого... Я хотел спросить, а там местечко не будет кто-нибудь поменяться из ДД, не хочет? Ну, если после никого... Вальки Рода.
Если надо, скажешь, запустим. Ну, мне бы вот пояс, он никому вроде не нужен в рейде. Он писал, спрашивал, никто не говорит. Не нужно, никто не читает, да, просто чат. Да? Тогда скажу в Дискорде. Узы хладного духа нужны кому-то из ДД вообще в рейде сейчас? Да, не, вряд ли. Вон коник сегодня на шею надо. Нов не считается, ему на май надо. Ну если что, там вдруг местечко будет там вместо кого-нибудь. Ну что зайдешь? В последнее время мне скликаю на диван. Полезно. Я поставил, короче, кнопочку вместе с крыльями на диван. Иногда, когда Вага, нажимаешь крылья, у вас вместо диван. Это было уже за первый квартал. Это там танки, трэш, помогайте. 800? Да. Одной цифрой? Да. Это ССК. Рада, что ты там путаешь, Антея рвет агро. Да у меня что-то это какая-то хер с журналом. Типа я релогаюсь на персонаже, у меня из-за этого пропадают данные. За 8 боссов. Скажешь, да. Окей, потом гляну сам. Не-не, все знаешь в порядке. Я знаешь, не это. Не забыл ничего. Мне он этот, ДКшка сказал, уступит из второй пати. Все, что поменять? Мы еще на трэш. Молодец, Паника. Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. А чего? А чего делаем? Пока идем. На этой неделе соберут СЛК-25-ку, обычку. Кому интересно? Две, блядь, ачивы осталось интересно сделать. Ну, если вам не интересно, можете... Мне три. Какой день? Не заходите в комнату, Жужин, развернись и выйди. Какой день? Пойди нормально. Куда отписывать? Тахили, не переживай теперь. СЛК-25 ОП называется, ачивки, слава рейдеру, ледяной короны. Какой день недели? Не знаю, посмотрим. Все зависит от того, как вы доблестно пробуете. Главное, во сколько это будет? Вечером. Ачивки легкие, принц. Тем более в Т5, блядь, эти ачивки должны делаться на ура. Тут... Что у нас по танкам, короче? Пегас 3 слева. Блэккиллер справа. Коват посередине. Монород сзади. И хилы Полина хилит. Розария хилит. Да, проверку. Поменяй это с ДК местами нас и шуманите, а, пожалуйста. Да, можно, пожалуйста, не услышал, пролагал уже. По хилам Вальку хилят Шторм, Полина и Розария. Сейчас слышно? Да. Этот. Полина, Розария и Шторм хилят Вальку. Дальше. Танком центру слева Пегастри, справа этот Блэккиллер и сзади Монород. Дальше это что еще? Кому не надо? Слобику не надо. Вместо Слобика. Короче, я улетел.
Уже слабик, так что поменял. Какое улетел? Давай, труси. Дальше, на боссе. Дай проехать. Сначала говорят, ДК улетит. Он шуманите. Он мне не приходил, бы, нельзя было. Рада у нас мало дамажит, поэтому он учится дамажить на босс. Поэтому я в топ. Еще раз даю проверку. Дайте каску, кулак, лапу. Нажмите. Кулак? Давайте посетим босс, быстро, блядь, стартуем. Сядь, готов? А что, дайте, пожалуйста. Быстрее с полем. Быстрее пойдем в ВК. Какой ВК? Ни хрена. Все, поехал. Чужаки ворвались во внутренние покои. ВК в другой отдельности уходили. В какой? Давай перенесу сразу. Давай завтра. Посмотрим, давай потом после этого отсидим. Хорошо. Долорес БДК все равно профитнее всех жал. Я больше БДК дам. А что вы хотите узнать? Кто больше дамажит, БДК, Фрост или Анколи? Нет, Фрост, просто он говорит, что БДК сильнее, чем АДК. Да. Нет, я тоже говорю, что АДК сильнее. БДК тут бесполезно. Просто знаешь, почему Блад сильнее? Он думает, что Блад сильнее. Смотри, Бладу дохуя не надо, чтобы дамажить двадцатку. А Анхолику, чтобы двадцатку дамажить, ему дохуя надо. Ну, типа, не то, что дохуя надо, ну, шмот нужен. Ну, как бы, ладно. Да, Анхолику он очень ладно, требует. Собрать, чем Анхолику. То же самое, как и Редри. Дамажить, что Редри, что Анхоли, надо шмот собрать нормально. Подождите, скиллы, да что же... Привередлив к шмоту Анхоли, а Блад не особо. Просто делаешь 90% РПБ и все, ты 4 Т5, и Блад будет давать 20 при любых пинкетах, гире и тому подобное. Анхолику надо разгоняться. Анхолик разгонный. Анхолик разгонный класс Т5. А Блад бурстовой. В Анхолике 10 кнопок, в Бладе 3. А Африк это бурстовой класс или разгоняемый, как ты говоришь? Разгонный. Где ты, блядь, как тогда в топе по ДПСу на орке, который падает? Я повис. Не знаю, за полторы повис минуты. Сервак упал. Постепенно разгоняешься, и в конце у тебя начинается экзекутка, блядь, на которой ты дамажишь 3 раза больше. Но чем дольше экзекутка, тем больше ДПС, тем она меньше, тем меньше ДПС, правильно? Тогда как я в топе не ставлю? Если экзекутка, там очень мало времени длится. Ну я бы не сказал, что мало времени, секунд 30. Ну я тебе хочу сказать, что он холик тоже нормально дамажит, там недолго разгоняется. 11 тиков 600к урона. Это можно сравнить. Один раз пал юзает печать вот этого, и 200к урона просто мгновенно. А там 11 тиков. Вот у меня в пытке 3 тика, а у тебя там у этой хрени тоже 3 тика. Неликс хочет тебя докурить. Ты про какие три тика? Ну, Неликс, помещение все, там в душе или что там у тебя? У меня там не три тика. Там, тиков идет. Там много тиков Неликс, идет, там не три тика. Неликс нужен Афлеприст. Да-да-да, вот с таким уровнем вообще шикарно. С нервными тиками? В плане, чтобы у него пытка охуярила, как у тебя похищение. Во-во, вот это понимаю. Он хочет видеть цифры по 100 тысяч и больше. Я бы на шипы Неликса дал бы больше, чем на своем Африке. Вот видишь, как говорит. Да Музар. У него вообще шипы охуевшие. Ну, по статам. Ах, ну, класс. Нет.
статы еще не те, которые нужны. Ну ты просто не шаришь. Ну, конечно. Ладно, объясни, нахуя тебе долгонок нашипал? Есть три доты, которые под которые я юзаю его. А, ты ролишь доты под него, под долгоном? А что делать? Скажи путку кастовать или что? А у тебя вообще в скаде доты на каком месте? Да не, вы не видели бесполезных крестов. На Эликс еще нормально. Смотри, даешь вот этот боль, которая дота, при трех стаках 5 получается, и долгоноки. И он там хера. Урон тоже висит, походу. Потом даешь или под взрыв, или под палец, и все. Этот геру сами дадите. Ну там иногда, знаешь, как бывает, под прок долгонога 30к хитовый взрыв разума, а бывает 68к критовый. А сколько у тебя пытка за тик это бьет? Ну, это надо настакать сначала 3 стака, Т5, а это до хрена времени, а потом ну, уже... Ладно, это все понятно, сколько она у тебя примерно бьет в среднем? Не с пула и не под конец, примерно в среднем сколько? Ну, хитовая вообще херня, а критовая там от 6 до 17. Ну, там соотношение, конечно, очень плохое. Понятно, я, короче, сам посмотрю потом просто в аддоне. От 6 до 17, ну да. Там соотношение, знаешь, какое? Не, просто долгонога на 6-17, это такое... Чё-то не понял тебя, чё 6-17? Ну смотри, например, у эльмов лава вылетает под 60к без долгонога. 60, может больше. То есть копить ее, паролить ее под долгоногом. Лава у них всегда критовая, у них шанс хита вообще там ни о чем. Да, я знаю, я понимаю. Такого нету. Вот, понимаешь, поэтому долгоног им, например, это ну как бы важно. То же самое долгоног для фаермага, там, пировласт. Тоже важно. А присту, который дает доту от 6 до 17, как ты сказал, ну, долгоног тебе не сильно будет. Нет, она мне одну доту стабильно апает, которую я вначале вешаю, обновляю, когда уже долгоног и 3 стака Т5. И она потом тикает постоянно, ну, то есть сохраняет это долгоног статы и бьет уже по-другому. Ну, в общем, твое дело. Ты, в принципе, нормально дамажишь что-нибудь. Брюлей на Эликсу не хватает. Вообще ни о чем, блин. А сколько у тебя брюлей? Один. Сколько бы? Один, хорош. Че там, РТ, все, можно выходить, да? Так, сервер лежит какой-то. Еще один босс. Боссика одного не добили. На завтра оставьте. Или когда там будет? Да его там убить 5 минут. Одного боссика. А сейчас одного босса тут целый час будет сидеть ждать. А одного маленького такого боссика. Че, правда, добил? Ладно, короче, потом, оставим да, тогда босса, хер с ним. Ах, быстрее да только не ливать. И в ВК не пойдем? Не, отдельно. Оставим босса, все равно, типа, там еще комната.